Главные события дня на информационном видеопортале ТВ Тверь. В Твери выделены средства на окончание ремонта дворов, которые подрядчики не завершили в минувшем году. Причем в утвержденном списке лишь прошлогодние дворы, новых адресов там нет. Люди, полгода ходившие по развалинам, уже не особо верят обещаниям администрации. Обманули осенью, могут обмануть и теперь, считают жители. Да никакой веры нет. Прокурорская проверка на ферме в Лихославском районе, где заморили голодом несколько десятков коров и выбросили их в поле, выявила серьезные нарушения. В настоящее время материалы дела переданы в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании фермера. Установлено, что на ферме отсутствует вода, свет, корм, достаточно для содержания животных в количестве. Уроженец Твери, знаменитый хоккеист Илья Ковальчук, продал олимпийские BMW и потратил деньги более 7 миллионов рублей на лечение детей. С каждым он познакомился лично и вручил подарки. Доброе дело всегда приятно делать.